объект на переднем водительском. Что-нибудь запрещенное в автомобиле имеется? Есть. Что? Есть. Что и где? Наркотики. То есть ты этот наркотик куда поместил? Где этот наркотик? Там, под капотом. Громче говори. Под капотом. Где под капотом? Именно? Где фильтр? Воздушный фильтр. Где как? Воздушный фильтр? А как ты поместил туда его? Там положил просто. Сверху фильтра положил. А? Наверху фильтр. В корпусе воздушного фильтра он был обнаружен порядка 500 грамм наркотических средств героин достаточно высокого качества. 38-летний уроженец Республики Таджикистан организовал поставку наркотического средства героин, канал поставки, на территорию Самарской области из города Москва. Он размешивает там с другими компонентами, чтобы увеличился вес. Сбывал на территории Самарской области небольшими партиями там, от 10 до 50 грамм.